Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. С приходом холодов грибников в лесах значительно убавляется, и только истинные ценители лесного деликатеса идут за рядовками. Рядовок огромное множество, но мои любимые — это фиолетовые и дымчатые. Они просто божественные в соленом или маринованном виде. Я расскажу вам, как солить рядовки горячим способом. По этому рецепту засолки горячим способом рядовки получаются очень ароматными, что достигается путем добавления гвоздики. Полный список ингредиентов выглядит таким образом: 1 килограмм рядовок, 1,5 литра воды, 2-3 лавровых листа, 2 нарезанных зубчика чеснока, 10 горошин черного перца, 5 бутонов гвоздики, 1 столовая ложка растительного масла и 70 граммов соли, это примерно 7 чайных ложек без горочки. Горячим способом солят грибы по такой схеме. Итак, в кастрюлю наливают воду и ставят ее на огонь. Когда вода закипит, в нее добавляют очищенные и вымытые рядовки. Далее доводят до кипения и сливают воду. Затем нужно дождаться, пока вода закипит во второй раз. Огонь убавляют и варят в течение 30 минут. В конце варки закидываем специи и ингредиенты. Банки и крышки можно просто тщательно помыть, не кипятив их, так как горячий рассол убьет все бактерии внутри. Затем оставляем грибы в общей таре от 3 до 5 часов. Это делается для того, чтобы грибы пропитались солью. Если этого не сделать и сразу залить по банкам, то грибы стухнут. По истечении этого времени опять доводим до кипения и накладываем грибы по баночкам, а потом заливаем горячим рассолом. Далее закрываем закручивающимися или пластиковыми крышками, переворачиваем и ставим остывать. Хранятся такие баночки долго в прохладном месте до плюс 6 градусов. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!